Добрая половина календарной зимы уже давно позади, и, казалось бы, за это время выучить все причуды заснеженных оренбургских дорог не так сложно, но не попадать в неприятности, избегая аварий, удается далеко не каждому водителю. Карагандинская Восточная. Легковушку при повороте налево немного заносит, и перед утыкается в сугроб, а газель сзади не успевает отреагировать. Да, с одной стороны, занесло водителя легкового авто, и он даже врезался хоть и в сугроб, но раньше. Только вот это не отменяет правила соблюдения дистанции. Газель из-за габаритов не успевает остановиться или попытаться объехать и становится виновником ДТП. Кольцо газовика. Снегопад 25 числа в утренние часы, думаю, помнят многие, но водителям данных трех авто он засядет в памяти еще надолго. Один из автомобилистов не рассчитал дистанцию, эффективность тормозов и в итоге въехал во второго, а тот по инерции в третьего. А ждать в буран полицейских на морозе явно не то, на что рассчитывали автолюбители, выезжая с утра из дома. Победа Шевченко. Уж сколько раз твердили миру. Любят автомобилисты на этом участке хитрить и объезжать основной поток поворачивающих налево с правой стороны. Обычно это всех просто бесит, но иногда это приводит к тяжелым последствиям. Спустя несколько минут на место прибыла скорая помощь. Кто именно пострадал, сказать трудно, зато легко назвать виновника – темный авто, выполнявший поворот налево со второй полосы. Куда смотрел, чем думал и куда спешил, мы точно не узнаем, но вот то, что он станет примером для желающих побыстрее – это точно. Вы тоже можете следить за дорожной ситуацией в Оренбурге в режиме реального времени на сайте maps.ufanet.ru.